Шары, цилиндры и конусы – это не геометрические фигуры, а новые формы кустарников абрикоса, яблони и сирени. В ботаническом саду осваивают новые виды стрижки деревьев и кустарников. Дорожки из гравия, уютные веранды, мягкий газон и аккуратно выстриженные кустарники. Именно таким видит в будущем сад в европейском стиле Татьяна Слепакова. Уже 3 года Татьяна Михайловна занимается декоративной стрижкой растений в этом саду. Чтобы сформировать общий облик сада, мало стрижки, мало самой стрижки. Во-первых, нужно, чтобы сама стрижка, она подходила к образу сада. Вот не чисто там, вот захотели мы петушка выстричь и все, а может быть он здесь будет неуместен. Конечно, мы начали делать стрижку с самых простых форм. Это вот, допустим, перед нами живая изгородь низко стриженная. Это самые простые формы, шарики, конусы, ну, разные цилиндры, шатры. Ну, здесь с каждым годом мы немножко усложняем задачу. Выстричь их попробовали только в этом году. Как признаются работники ботанического сада, здесь важен точный расчет, острый глаз и творческое мышление. Чтобы форма получилась правильная, приходится объединять науку и искусство. Искусство здесь в том, что здесь нужно проявлять творчество, фантазию, а наука в том, что нужно все ровно вымерить, ровно стричь. Уже в следующем году среди простых геометрических форм в ботаническом саду появятся фигуры птиц и животных. Ольга Войлошникова, Фуат Насерли, Вести, Чита.